сегодня я делаю обзор на бренд Benefit и именно на румяна пудра. И у меня три пудры. Это Белла Бамба, это Нирвана и Королиста. И, несомненно, такая пудра должна быть у каждой девушки и женщины, потому что это фаворит, это must-have. Эта пудра великолепна, и невероятно приятный аромат, и шелковистая, бархатная, нежная текстура. Они просто великолепно смотрятся на лице, они тушуются замечательно. Эти румяна остаются с вами с утра до вечера, просто великолепно. И первые румяна, это румяна Королиста, вот так они выглядят. Покупала их в Duty Free, и хочу вас оградить, если кто-то боится нарваться на подделочку, вот так вот открываются. Здесь три такие наклеечки. Это означает, что у вас в руках оригинал. Так, и также код. И здесь стоял срок годности. Так, открываем коробочку. В коробочке шла вот такая вот замечательная кисточка. Кстати, кисточка очень практична, очень удобна. Мне очень нравится. Я выкидывать не буду и сохраню. Очень нравится пользоваться этой кисточкой. Очень приятный мягкий ворс. Хорошая, удобно держать в руке. И вот так у нас выглядят румяна. Невероятно красивый оттенок, очень нежный, очень освежает. И опять же текстура шиммерная, очень не шелковистый, очень-очень красивый. И так, вот сводчик. Вот так выглядит этот оттенок. Это такой красивый коралловый оттенок, светло-коралловый, можно так сказать, очень красивый. Вот так выглядит. Пахнет она очень приятно. Мне пахнет грейпфрутом, лотосом, магнолией, что-то таким. Или лимончиком. Очень-очень-очень приятное. И я рекомендую вам попробовать выбрать, если у вас теплый цветотип, вы девушка весна, вы девушка осень. В принципе, таким оттенком могут пользоваться абсолютно все, потому что он универсальный. И, несомненно, на ютубе эта пудра просто must have. И далее у меня пудра Нирвана. Это очень-очень нежный оттеночек. Нирвана. Это, можно так сказать, ангельский оттеночек, такой розовый, нежный, красивый. И кисточка у нас уже идет скошенная. Опять же, очень мягенькая и очень удобно наносить. И сам оттеночек. Как вы видите, пудра разделена на сектора. Это сливовый такой, ягодный, молочный, розовый и персиковый. Нежный-нежный оттенок, абсолютно матовый, но содержит небольшие такие вот частицы. Так, вот так выглядит. Даже попробую нанести побольше, чтобы вы увидели оттенок. Вот камера сфокусировалась. Вот так вот выглядит этот оттенок. Очень-очень нежный. Тоже очень красиво смотрится. И подойдет этот оттеночек девушкам со светлой кожей для летнего и зимнего цветотипа. У кого вообще светлая кожа? Ну, можете попробовать экспериментировать. Вот такая пудра. И тоже уже нежный очень такой аромат. Ой, одно удовольствие просто. Так, и дальше у меня моя любимейшая пудра. Это мой must-have, потому что я этот оттенок обожаю. Это оттенок арбузный. Опять же, текстура шиммер. Такой арбузный цвет и с золотистыми переливами. На солнышке он обалденно играет и заявлено на с 3D эффектом. Так, вот такой красивый оттенок арбузный. Так вот, и просто обожаю этот оттенок, и, несомненно, моя любовь. Вот так выглядит этот оттеночек Белла Бамба. Конечно же, хочется попробовать полностью всю коллекцию, потому что румяна замечательные, и по поводу оформления, оформление тоже пришлось мне по душе, очень нравится, украшение туалетного столика, просто обожаю. И вот такой у меня был обзор. И также у меня есть Хула. Это бронзер знаменитый. Я практически уже заканчиваю, у меня уже на подходе. Как видите, очень-очень его люблю. Это матовый бронзер серо-коричневого цвета. И опять же, этот бронзер просто фаворит. И пигментация, и опять же, он очень такой шелковистый. Сейчас вам покажу оттеночек. Кто еще не знает, как выглядит бронзер Хула,
Я рекомендую вам, у кого тоже светлая кожа, это девушкам зимнего летнего цветотипа. И кто не любит рыжих бронзеров или желтых бронзеров с такими оттенками. И рекомендую попробовать. Это красивый очень бронзер, абсолютно матовый. Целый день он на лице, тушуется он великолепно. Вот такой был обзор. Всем приятного просмотра. Пока-пока и до новых встреч на моем канале.